В Екатеринбурге на Березовском тракте в 18:00 вечера, уже в потьмах, случился неравный бой между зеленым автобусом «Богдан» пригородного 166-го маршрута сообщением «Екатеринбург-Березовский» и легковым болидом. По словам очевидцев, виновником замеса оказался пилот подорожника, который вылетел на чужую ровно под автобус, нафаршированный пассажирами в масках. Вероятно, болид выбросило на скользкой трассе, крутануло, поволокло юзом, и автобус своим левым углом залетел в правую бочину болида, изрядно промяв последнюю. По словам пассажира, сидевшего на сидении сразу за автобусным водителем, тот резко тормознул и попытался увернуться вправо, но не успел. Удар в бок болида, и автобус с поврежденным носом отъехал в леса и обочинные снега. Пара человек в автобусе не удержалась за поручни и завалилась в пол, но обошлось, по счастью, без травм. Кондуктор и водитель тут же всех вывели из «Богдана», связались со следующим автобусом 166-го маршрута, и вскоре все желающие в него пересели. О судьбе людей в торпедированном подорожнике не сообщается, но думается, если бы были жертвы или травмы, об этом бы стало известно.